Всем привет, добро пожаловать на канал Аква Информация, ставьте лайки и обязательно подпишитесь. Все мы знаем, что через фильтр проходит очень много органики. А органика — это плюс водорослям. Как видите, у меня на фильтре очень много ксена и всяких водорослей. Надеюсь, ни у одного меня. И как с этим бороться? Мы берем обычную перекись и капаем на место, где есть водоросли. Мы видим бурную реакцию. Так мы дезинфицируем полностью все. Видите, даже дымок пошел. Потому что идет бурная реакция уничтожения водорослей. Итак, проделываем. Может, подождем минуту, когда водоросли убьются. А дальше просто начинаем их счищать какой-нибудь такой твердой губкой. И вот что в итоге получилось. Смотрите, у меня все руки зеленые. Все. Так что лучше с перекисью работать в перчатках. Ну, результат, мне кажется, виден. Очень даже хорошо. Как видите, крышка тоже пострадала от ксена. Поэтому делаем так же. Берем перекись. И начинаем потихонечку капать. Знаете, реакция бурная идет. И дым. Надеюсь, его видно вам. И ждем. Вот что в итоге стало. Как видите, очень большое различие. И руки еще хуже, зеленее и зеленее. И кожа начинает уже облазить.